Сегодня губернатор Сергей Морозов встретился с участниками проекта «Наставнический десант», чтобы обсудить проблемы преемственности поколений. Принято считать, что молодость и задор всегда в конфликте с мудростью и опытом. Еще отечественный классик Тургенев посвятил этому целый роман «Отцы и дети». Попыток примирить отцов и детей с тех пор было сделано много. Полезный опыт не забывается. По инициативе губернатора Сергея Морозова вот уже 2 года в Ульяновской области развивается институт наставничества. Сегодня он встретился с теми, кто готов нести свои знания в народ. Десант наставников, вот такой вот проект есть у нас в Ульяновской области, и сегодня я здесь не случайно присутствовала, потому что неоднократно я выезжала в районы области, в наших здесь городских районах тоже участвовала на таких встречах, где собирались люди различного возраста, различных направленностей деятельности, и все вместе мы обсуждали вопросы наставничества. Что значит быть наставником? Каждый понимает это по-разному. Кто-то даст советы, доволен этим, кто-то на этом не остановится. Наш депутат Балыхин Григорий Артемович, он уже 10 лет в Ульяновской области, он сделал столько, что мы будем вспоминать о нем как о каком-то вот уникальном событии вообще в депутатской деятельности. И самое главное, что он уже 10 лет наставник детей-сирот. Помощь, по мнению участников проекта, может быть любой. Главное – хотеть и уметь делиться с самым ценным, что нам жизнь дает – опытом. Главное – уметь поддержать в нужный момент. Желание поделиться тем, что умеешь ты, оно привело вот этих людей – в этот десант, которым сейчас занимается вот Людмила Ивановна Тихонова. Для широкого охвата нужна помощь власти, для того, чтобы объединить разрозненные усилия неравнодушных людей. Ульяновский опыт уже стал распространяться на всю страну. Наставничество в последнее время не сходит с уст многих руководителей, в том числе руководителей нашего государства, Владимира Владимировича Путина. Во-вторых, если вы посмотрите, то совсем недавно тема наставничества вошла в том числе и в число национальных приоритетов. С удовольствием отмечу, что мы с вами оказались готовы к этому замечательному, к реализации этого замечательного проекта. Цель проекта – выработка новой методики подготовки и воспитания квалифицированных кадров во всех сферах производства, общественных отношений и управления. Это означает, что специалист не просто придет из вуза и сядет в чье-нибудь кресло. Рядом с ним будет наставник, прежний хозяин кабинета, готовый помочь принять правильное решение, направить усилия на быстрейшее достижение результата и так далее. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.